28-е вербное воскресенье, народ разъехался по вербным паркам, поэтому народу у нас мало, но все равно игры у нас будут, пусть вне рамок турнира, но они у нас будут, потому что сегодня турнир посвящен Сергею Столярову! Сергей! Он не был ни разу еще на нас на площадке на сегодня. И сегодня будет его бенефис. И первый человек, который с ним сразится, это Юрий Лазарев. До 3 побед. Жестко будет. На заднем фоне видите, Йок Алексей заговаривает ветер. Подачи разыграли, Сергей, на подачах 1-0 уже. Юрий на подаче. О, 0-2. Юрий-то давно ходит. Стол изучил, ветер чувствует. Так, 0-3. 4-0. Ух, как активно Юрий работает. Никакого снисхождения к авторитетам. Пять-ноль. 5-1. А, он за стол улетел. Да-да. 1-5. Сетка 1-5. Вот что творит Юрий Лазарев. 1-6. Ну вот, Сергей оторвал его от стола подальше и пробивает. Юрий не успевает. 6-2. Шесть, три. Мы сейчас ракурс немножко поменяем, чтобы и зрителей захватить. 6-3. Ох, срезал, но неудачно. 3-7. 3-8. Да, восстанавливайте ощущения, ветер, тухлый отскок, неожиданный Юрий Лазарев. Вот так, что он творит. 10-3. Да. Четыре десять. Ух, какая реакция, Юрий, как он короткий, мощно вернул, но завершающий удар за стол. 5-9. 6-9. Ах, да, вот теперь мы видим Сергея Столярова. Он проснулся. По датчикам, правда, запутались, но это не важно. 9-7. Какая подача? 10-7. Ох, хорошо. Ракурс удачный, мы стояли. 8-10. Пока посмотрите, как Йок Алексей нас жонглирует помидорами. 8-10. По-моему, сорвалось у Сергея. И отскок непредсказуемый. 9-10.
10-10. Одиннадцать-10. Ветер. Корректируйте, учитывайте. Сейчас ветер повлиял. 11-10 налево. Налево, Сергей, на подачу. 11-10. По одной подачке, да, мы на балансе. 11-11. Юра сегодня открылся с новой стороны. Да, сейчас закроется. Кишев закрылся. 11-11. Ё-моё, да как так? 11-12. Прими подачу, самое главное. 12-12. Ох, как он его провоцирует, и Сергей ведется, не атакует, набрасывает. 12-13. Какой первый сет? Какой первый сет? Ну, подарок. Юрий нам сделал подарок. Но мы играем до 3 побед. На... Все, я домой. Не-не-не-не-не-не. Как минимум до 2. Как минимум до 2. Что это один сет? Так это дети в детском саду играют. И то там играют до 4. Второй сет. Мощнейший показал теннис Юрий Лазарев. Ну и вот мы его расслабили чуть-чуть. А Сергей включает свои подачи. Привет, ребята. Сергей включает свои. Ох ты, не добавил, не добавил. 1-1. Один, два. Тут еще ветер. Тут тоненькое уже. Вот, вот видишь, что ветер делает? 2-2. 3-2. 2-3. А Сергей Анатольевич, 2-3. Второй удар не проходит, красивый. 4-2. Четыре-три. 4-3. Какая подача-то у Юрия? Он за зиму расширил ассортимент своих подач. 3-6. Ветер в ту сторону. Ты попутный стоишь, то очень четко вымерять надо. 3-6. Контроль повышенный у него. Цифры? 7-3? 7-3 налево тогда. Не-не-не-не-не-не-не. Ты, Юра. 7-3. По ветру ты играешь, по ветру. 8-3. Три девять. Направо теперь. Вот, вот, только с силой боремся с ветром. 4-9. И точностью. 10-4. Ничего, ничего. Потому что Юра-то давно на столе.
10-5. Так, второй. До трех побед, нормально, ты же почувствовал, вцепился. Надо Сергею войти в тело. Значит, это то же самое. Отскок Тухова, ты еще не привык. 1-1. Где хороший отскок? В зале. 2-1. Стегнись, да. Хочу в зал. 2-1. 1-3. 2-3. Да, арсенал подачу Юрия. Интересный. Вот что делает. Что делает? Атакует, не дожидаясь. 3-3. 3-3. Да, это очевидно. 4-3. 3-5. 3-5. Резче, резкость за зиму пропала. 4-5. 6-4. 6-5. 5-7. 5-7. 8-5. Как-то я что-то странно считаю. 5-8. 9-5. 10-5. Ну, рука была на столе, да. Поэтому второй, третий сет выигрывает Сергей. 2-1 по сету, меняемся сторонами. И вот это интересно, видите, как свидетелями какого матча мы стали. Ох, ну вот, вот мы видели реакцию, скорость, точность Сергея. Ох, ну, сетку пробил, в стол не попал. Отличный розыгрыш, отличные розыгрыши. 1-1. Сетка 1-1. Ах, этот баллон легко пробивает Юрий. Забежал, как молодой. 2-1.
4-3? 3-2. 3-2. 2-3. 2. 2-3. Хорошо. Ух, не докрутил. 4-2. 5-2. 5-2. Хо-хо, как он боковухами второй раз растаскивает Сергея. 2-6. 3-6. 6. А, срывается, срывается. Это мы видим. 7-3, да, да, да. Ветер у нас тут корректирует очень тонко. 7-3. 8-3. 3-9. Блестяще. Блестяще. Юрий Лазарев у нас сегодня, наверное, будет играть как бенефициар. 10-3 матч-поинт. Четыре десять матчпоинт. Да, да, сегодня мы стали свидетелями открытия Юрия Лазарева. Если раньше мы увидели только тренирующегося на тренинге мощном слева его удара, а сейчас он тактики, смотрите, как поднялся. Тактики стал мастер. Юрий, спасибо, Сергей, спасибо.